Так, это пока пропустим, потому что нам обозначает новую тему. Значит, прежде чем дальше пойдем. Итак, значит, что получается? Садовод, который еще в детстве уже маленько разбирался, который в сельской школе, в деревенской украинской школе учился парниковому, этому овощеводству, садоводству. Все это было на полном серьезе. Который всю жизнь, получается, этим занимался. И выпускница, лучшая ученица государственной агроакадемии, сдали на 3,5. Но надо было проверить все-таки. Нет, мы не можем сдать на 5, исключено. Вопросы такие. Вот. А теперь вспомним скандал. Учительница взяла. Она и засветилась, она молодец. Все время такое. Время смелых людей. Потому что таких надо, как она, не увольнять, а в министры. Она взяла и сама это стала сдавать ЕГЭ, как школьница. Вот. И не смогла по химии. И было она там... Она сама преподавала химию? Да, преподаватель химии. И она же эти уроки вела. И она не смогла сдать. Раз. Вот. Только молодец. Значит, второй скандал был дикий. Что же, кто придумал эти вопросы? А мы такие вопросы, я специально акцент делаю на этом. Мы такие вопросы с вами сейчас также обсудили. Пусть это было двухгодичной давности, но они лучше не стали. Это уж точно. Вот. Они стали, знаете, как? Легче. Потому что гордо было на всю страну заявлено. Это был скандал дикий в химии. А зато биология. Большинство школьников. Результат. Какой там результат там это? Самое... Троечный результат. Зато большая часть все-таки сдала. То есть они, я не исключаю, что они чуть легче сделали. Вот типа нет воды, будет ли развиваться. Вот вроде этого, да? Будет ли развиваться зародыш, если нет воды. Вот. То есть кто-то все это полностью извратил. Вот. Я говорю, из детей делают дураков. Не помнишь? Наступил рассвет. А сегодня дураков уже кипела работа. То есть они подготовили быстренько вот это самое. Все это глупость, дикость. А почему я говорю? Потому что по тебе. Мы посмотрели, безнадега полная. Полная, полнейшая. Вот, невозможно. Вот вся эта бюрократия вот так. Либо ничего не делать. Все. Все заранее известно. Только они не могли. Школьная биология, она очень такая. Сделать так, чтобы один вопрос четко был за, то есть 5, а 2 остальных, они как бы отрицали. Сделаешь просто, и любой дурак догадается. Сделаешь сложно, получится там, как было это. 2 вопросов встречаются одинаково. Угу. Вот, то есть даже я бы, не, я бы сделал лучше, но идеально я бы не сделал. А сделал бы так, честно, если нормально подготовить вопрос-ответы, если нормальный курс, не включай, как там в химии было, что школа не знала вообще эту тему. Ну, то есть дураку доверили очередному, да? Вот. Деньги заработать. А здесь-то получилось бы как? У меня бы 90% не сдало. И бы я прав был бы. Ну, и раз не знаешь, так нахрена тебе оценка? Ну, не знаешь ты. На черта тебе вот это вот самое дурь-то. А нам-то надо, чтобы 100 человек, один был биологом-то. А остальные нахрена им это знать-то? Знать-то надо то, о чем мы будем дальше говорить. Теперь поступило предложение такое. На государство здоровье бесполезно, надеяться. Можно было бы мои книги сдать 1 000 000 тиражом. Был бы сдвиг, да? Вот. Что бы было бы вторым действием, когда я по гонорар получил? Гектар земли. Вот. Причем подарил бы. Просто бы. И все. И ни одной подарил бы. Но это уже другой вопрос. А пока будем надеяться, что мы с Антоном Валерьевичем предлагаем, собираемся открыть школу садовода. Но со стороны технической, это тут вопросов нет. Антон Валерьевич у нас суперспециалист. Вот, я уже на исходе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот, я не умею читать. Вы видели, как это? А представьте себе, что я бы лекцию читал бы вот про это. Вот, чтобы человек мог подготовиться к ЕГЭ. Вот, они бы слушать бы не стали. Где компромисс? Компромисс – это Елена Александровна Савинич. Мы предлагаем
стать преподавателем нашей школы. Мои материалы, техническое обеспечение Сафронова, платное, да, это, рекламу даст на всю страну, разоримся, дадим рекламу. Вот. Но как соблюсти это, ведь не зря мы здесь сидим. Соблюсти вот это вот самое, чтобы интерес не потерять, в то же время, чтобы не спали. И аудиторию удержать. Да, удержать, это не так просто. Вот это вот, я, может быть, не все расскажу, что хотел бы рассказать. Сейчас я покажу крайний случай. Я показывал, но публикации СМИ. Вот. Ой, я не могу, я сейчас увидите, ахните. Это ужас. Вот в каком страшном этом мире мы живем. Кто только нами не командует. Ой, кто только нами не командует. Смотрите, вот отсюда начало. Не отсюда, вот отсюда. Нужно в любой ситуации все цветы оборвать. Я говорю, не подходите к дереву. У нас 1000 цветов, а потом одна, 2 плода. Остальные пустоцвет. Так должно быть. А она должна, человек должен 1000 цветов оборвать. Представляешь, ходит и оборвает. Вот это вот. Да. Ну это да, это я кусочки с его этой лекции. Я не могу показать ее. Раньше как делал? Останавливаю видеофильм и комментирую. А потом оказалось, что у меня звук и изображение расходятся на минуту. Тогда получается, просто с экрана фотографирую. Вот это она, да? У нее на экране яблоня. А какой она хрен специалист, это если яблоня взяла с интернета. Она на сотнях сайтов, вот эта яблоня. Естественно, что не она ее вырастила. Вот. Ободрали. Оно должно работать на корне в первый год. Вроде логично. Зачем это делать? Но дело в том, что цветы обрывать нельзя, потому что они растут из плодушки. Есть такой между промежуточный этот самый. Она этого не знает. Оторвешь цветок, так, вот, погубишь плодушку. Она этого не знает. Потом, да, потом вырастет следующий ярус, и на нем появятся другие плодушки. Но вот эта тупая работа, я сколько раз проверял. Раннее плодоношение, вроде бы все. На первый, второй год, особенно второй, третий год, все в цвету. Потом смотришь, пусто или 2-3 плода из 1000. Она этого не знает. И она говорит, надо все цветы ободрать. А нам 1000 цветов деревьев, 300, 500, 40. Вот. Вот это я, извините, повторяюсь. Ерунду, и сдохнет скотина, даже если прижилась. Сам стиль, да? Это самое. Это человек очень серьезный. Это, смотрите, а это ученый. Посмотрите вот на эту. Вот на эту. Видите? А что это нарисовано? Ну, мне это нарисована формула, так? Но. Зачем люди засыпают? И она, сам стиль, сдохнет, скотина. Короче, если цветы не оборвешь, дерево сдохнет. А у меня дерево не сдыхает. А цветы не оборвешь. Вот. А она начитала всего, да? Из интернета взяла вот эту самую. А перед ней аудитория сидит. Попробуй не догадаться, что она ученая, если она формулы такие рисует сложные. Смотрим дальше. От 3 начинается идеальный иммунитет. Ладно, вопрос спорный, проехали. Первый год вообще желательно какой-нибудь, мне слово вот это, да? Она где-то слышала, что есть такой микроэлемент. Да, калий, фосфор. Желательно какой-нибудь. Она не, другие, они тоже ошибаются. Они когда говорят... 100 миллиграмм калия, 200 миллиграмм фосфора, да? Вот. Может быть, она не настолько глупа, как вы думаете. Скорее всего, это переводчик, который адаптирует устную речь для тех, кто ее не слышит. Действительно, нет, она говорит эти слова, но, скорее всего, он не расставляет знаки препинания. В первые годы вообще желательно. Какой-нибудь калий, нет, я не слепой. Допустим, она говорила об этом, что нужно, допустим, вносить удобрения в первые годы вообще желательно какие-нибудь. Точка. Калий, фосфор, продолжается. А что такое, такое какие-нибудь? Какой-нибудь, это я думаю, что
ладно, допустим, не так перевел. Пойдем дальше. Адаптировать правильно. Пока деревце молодое, пока мы не даем ему плодоносить. Вот это меня зло берет. Что такое не даем ему плодоносить? Вот. Удаляем цветы? Да, вот эта глупость продолжается. Прирос окреп. Главное, мне нравится вот эта эмоциональность. Что дальше будет? Стрижками и подрезками и всем остальным. И вот начинается вот эта вот подлость. Стрижки, подрезки и всем остальным. О, внимание. У ствола косить вот это вот лишнее движение, газонокосилка. Она, это самое, против газонокосилки. Она считает это, ну я же слушал ее, она считает это так, то что это такая трудная работа. Знаешь, что она заменила чем? Сказать? Кружочек, чудненький, взрыхленький, замечательный. Вот это наука, по-твоему, вот это научная... термины, когда она говорит... приствольного круга. Да, а ведь это тяжкая работа. Тяжкая работа. Почему? Если у тебя два дерева, этим можно заниматься. Все лето. Она травой это... пропалывать, рыхлить. Она что, никогда морковку в свеклу не садила? Залито 5-6 прополок. Вот это вот, кстати. Не узнаешь? Это с 19 века схемка. У меня глаза режет. Ничего своего нету. Часть является штамбом. На самом деле не жалейте при посадке молодого сада. Очень часто ветвь кривая, косая, но появляется где-то. Внимание! Помните, с чем я борюсь? Где-то в 25 сантиметров. То есть приказано уничтожить. Она этого не знает, потому что она не садовод. Вот в таком стиле, это те же тысячи людей в таком стиле учат, рассказывают, статьи печатают, снимают сейчас видео очень много. Вот это ненависть, понимаете, еще? То есть от 50 сантиметров, все, что ниже, уничтожается. Это страшная вещь, только она об этом не знает. Я вам пришлю фотографию из своего сада. Ветвь груши примерно сантиметров, 10 от земли идет вот так, и на ней висит штуки 4 груши. И у Татьяны мы также видели. И не стала я ее удалять. Зачем? Зачем? Пусть она будет, я даже хотела какую-нибудь рогаточку подставить, чтобы она выдержала. Теперь она как бы с иронией спрашивает. Мы должны сохранить, мы должны из нее прыгать. Это ее керам, то есть, понимаешь? Она им мешает, а там еще покруче будет, смотри. А, или уже проехали. Вот это вот, мы должны сохранить, мы должны вокруг нее прыгать. Короче, уничтожить. Ладно, получился голый штамп с ранами. Так. И она не знает, что вот эти все гигантские страшные ветра, они про них уже почти каждый день, они все, что имеет искусственный штамп, а значит, там внутри уже полугнилая древесина, и на высоте мощный парус, все это сносится, они этого не знают, что уничтожение идет миллионов деревьев в любом месте, где только это, где только пройдут ураганы, где есть сады. Еще не все. Возникает вопрос с престольным кругом. Ну, вот нашел. Тут еще муж, который попытался все это подсеять и газонокосилкой. И ветку опять же переломали, и вы пытаетесь это, то есть это получается, это общем, ее термин, ей мешает, эта ветка мешает внизу, мужу. И ее они еще и сломали. И ненависть к этой ветке усилила. Вот. И все это мне нравится, когда она руками машет. Сохранить, подвязать, подпереть. Да нахрена это надо? Уничтожило все. Не сохранять, не подвязывать, не подпирать, не заправлять не надо. И это термин науки. А? Калечит дерево только потому, что это самое, его надо, мешает газонокосилке. Так? И чтобы спину поберечь. Вот это, когда я смотрел, у нее трясло всего. Она у нас одна. Если у вас есть штамп, грибам меньше подниматься.
Вот эта дурь невероятнейшая. Человек, который не знает ничего, ни о грибах, ни о садоводстве целом, ничего. Она считает, что если мы ветки эти не будем уничтожать нижние, не будем калечить деревья, то грибам легче подняться. Сейчас грибы поднимаются. Я и так, почему и так прикидываю. Почему насекомым не так легко? Пожалуйста, ползи себе по голому штамбу. Почему насекомым-то это да, не легко? Это, насекомым это дальше. Она же начала-то грибам меньше. То есть получается, что она, калеча дерево, считает, что и наоборот, с грибами меньше борется. Проблем. А на самом-то деле она же не знает, что с этого момента и начинается. Вот еще мы ходили по саду, да? А, мы же фильм-то сняли, да? Где в моем саду, который это, нету штампов искусственных, да? Где эти грибы? А дальше поехали. Сложнее подниматься насекомым, не так. Это получается и грибам сложнее, а еще и насекомым нелегко. Потому что штамп-то теперь голый. Хотя бы уже не 50, уже 80. Дайте. И вот эта эмоциональность, да? А если люди думают, какая она умная, какая она грамотная. Она сейчас научила уничтожать деревья. Обрезали, штамп мы опять уже обсудили. Да, обсудили. Основные скелетные ветки должны быть направлены в молодом возрасте. При посадке, при первых обрезках перенаправлены. Вот с этого все и начинается. Две ветки в одном направлении. Посмотрите, как на позу. Разве можешь, чтобы две ветки были в одном направлении? Что вы? Либо одна, либо другая будет убогая. А я что-то смотрел специально, ничего убогого. Есть ветки длинные, скелетные, покороче, плодовые, еще короче, плодушки, еще короче, и уже плоды. Вот. Это как это самое. И они же так же учились по этой схеме, вот эти вот феи, да? Стоит секатором. Старая яблоня, больная, несчастная, вся покрыта мхом, уже даже не грибами, уже мох. Вот. И везде еще все-таки последние усилия. Тут веточка, тут плодушка, тут веточка, тут вот такая. И смотрите, отсюда и до вытянутую руку. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Не замазывай, просто чик-чик-чик-чик-чик-чик. Раз 40. Вот это вот и вся наука. Пойдем дальше. Питать две ветки, что ты. Так, все, кончилось.